Итак, друзья, Анатолий Шумкин, живопись, графика. Представляю, значит, творческий кластер арт-музыка-галерея «Течение». С 29 октября по 7 декабря 2014 года. Анатолий Шумкин, дорогие друзья. Пройдемся по работам Анатолия Шумкина. Так, я как понял, это его работа. Которая называется, друзья, вы сами видите, как в мастерской Рембрандта, друзья. Такой шедевр. Это вот, друзья, автопортрет. Дальше девочка со светом проблема. Сейчас будет видно. Вот таков Анатолий Шумкин, таков его автопортрет. Это называется отец, видимо, его родной отец. Гайдук. Такие работы, друзья, оценивайте сами, каких комментариев не будет. Такое. Такая выставка у нас, друзья. Для тех, кто не может посетить по каким-то причинам, может посмотреть это видео, посмотреть картины Анатолия Шумкина, друзья. Слезы матери, да, друзья. Авропиарт. Анна. Это, видимо, его спутница по жизни, друзья. Вот такие, друзья, работы Анатолия Шумкина. Конечно, надо прийти посмотреть эту выставку. Насладиться живописью Анатолия Шумкина. Надо прийти на Васильевский остров, друзья, на 13-ю линию.
А так вот первая половина выставки. Мы пока закончим запись.